Здравствуйте, в эфире программа «Абзац. Вопросы и ответы». В студии Денис Саров. Гость наш сегодня Михаил Владимирович Дегтярев, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый вечер, Денис и дорогие самарцы. Михаил Владимирович, несмотря на новую ответственную работу, все-таки остается, я так понимаю, в душе самарцем, да и в душе, и по месту жительства. И по прописке. И живу в Самаре, работаю в Москве. Это моя позиция. Но, Михаил Владимирович, в последнее время и федеральная пресса, и наша местная вашу новую идею, как-то вот так вот уже начала горячо обсуждать, о том, что предлагаете вы глобальные какие-то изменения в плане устройства муниципальной власти. Вот давайте, в городах-миллионниках. Вот вы давайте расскажите свою идею, чтобы без каких-то кривочтений, кривотолков, а мы ее обсудим. Ну, чтобы было понятно, критики мои и вообще говоря, все реформы местного самоуправления всегда говорят о межбюджетных отношениях. Мало денег. Я абсолютно согласен. Несправедливо, когда много денег собирается в муниципалитете, до 90% отсылается, а остальное крохи какие-то по программам возвращаются. Я абсолютно с этим не согласен и поддерживаю всех глав муниципальных образований, вообще всех здравомыслящих людей о том, что это несправедливо, и мы на эту тему постоянно вносим. Получать свои деньги надо выпрашивать обратно. Это неправильно. Но мегаполисы, города-миллионники, это отдельная тема. И я предложил, уже внес законопроект, над которым работал больше полугода. Я и мои юристы, и еще юристы ряда депутатов, которые пока свои подписи не поставили, но очень скоро, я думаю, это станет уже межфракционной инициативой. О городах-миллионниках. Суть очень простая. Сегодня что мы имеем? Глава города избранный. Это не только Самара, их у нас 14. Из них два субъекта. 14? Да, из них два субъекта. Это Москва и Петербург. И 12 это города-миллионники, как Самара. Избирается народом, более миллионом. Нет, в ряде случаев избирателей избирается из числа депутатов. Депутаты избираются 30-тысячными округами. Вот я сам был с 2004 года по 2007 год депутатом Самарской городской думы. Знаю, что это такое. Прием в день 10 человек. Ну, в месяц максимум 70, потому что основная работа комитета, заседания, совещания. В год 800, в течение всего срока полномочий, не более 4000 людей ты можешь принять, с ними пообщаться и поработать над их проблемами. В каждый двор мэр, да это просто нереально заехать. На прием к мэру у нас кто был последний раз на приеме у мэра? У нас граждан более-менее принимал только Лиманский, я вот сам помню. Тогда как да раз... и по дворам, чего ж там. И по дворам Георгий Сергеевич ездил. Потом, это я говорю о близости местного самоуправления. А если вспоминать конфликты? А если вспоминать конфликты? Лиманский и Стархов воевали? Нет, Сысуев... с Титовым, прошу прощения. Сысуев с Титовым были натянутые отношения. Да. Тархов с Артиковым, это отдельная история. Кто страдал? Народ. А народу вообще это надо? Быть заложниками политических амбиций того или иного политического деятеля. И ответственность. Сегодня кто-нибудь вообще главу района своего знает? Ну, я, допустим, политический деятель знаю. Ну да, я про себя скромно тоже промолчу, потому что я знаю. Вы интересуетесь, вы политический тоже деятель. И телеведущие, активисты знают. А вот простого человека подойди, спроси, кто у тебя глава района. Согласен. Да никто не знает. Надо усиливать это звено. Поэтому и реформы я предложил. Мэров упразднить, городские думы упразднить, восстановить районные думы. Они же выбирают, ну, райсоветы назовем их так. Они же выбирают главу района. А городом, мегаполисом управляет вице-губернатор-министр по управлению мегаполисом. Бюджет единый с областным. Вопросов никаких о статусе нет. Вот сегодня опять будируется вопрос, столица региона Самары или нет. Ну вот что его будировать, если и так понятно, что это мегаполис, гигантский город. Управляется вице-губернатором-министром. Здесь есть структуры власти, и региональные, единый бюджет. Все, да. И дороги, медицина, образование. Де-факто сегодня так и есть. Просто город получает на это дотации. Экология управляется вице-губернатором. Из областного бюджета идут на эти, цели деньги. А глава района, райсовета занимаются тем, чем и должны вообще заниматься. Благоустройством, здоровым работой образом жизни, работой с простым человеком, его досугом, спортом. Да вот тем, чем человек живет в своем дворе. А дороги уж извините.
больницы, школы и так далее, детские сады, пусть они будут управляться государственной властью, как сегодня фактически есть. Поэтому реформа назрела. Вот вашу идею как восприняли? Но я не думаю, что, так скажем, те, кто сейчас держит власть вот в крупных городах, с радостью бы восприняли. Конечно, потому что слабые команды. Вас уже как-то, не знаю, обвиняли уже в том, что популист, я не знаю, небольшого ума человек, ну... Эпитетов можно. Вот как восприняли вашу инициативу? Ну, поборники демократии, это их дежурный лозунг, что это все закручивание гаек. Демократия у нас сводится на нет. Демократия сводится на нет как раз выборами, на которых идут денежные мешки. Вот пример, 10-й год, Самарская городская дума. Ну, там знаю. Вообще, я уважаю, конечно, там многих очень депутатов, знаю лично. Но общественных деятелей, которых во дворе знают, реально знают, как которые и должны знать. Которые искренне хотят работать, ну, там, и заниматься. Немного. В основном, конечно, крупный бизнес сюда пришел. Выборы были очень дорогие. Мы вспоминаем же их просто с ужасом. Поэтому есть такой аргумент, что Дегтярев нехороший человек, МСУ хочет побороть. Второй аргумент, абсолютно, с которым... мне, в общем-то, приятно соглашаться. Это те люди, которые согласны с тем, что конфликты... Вы пытались вот свою инициативу обсудить с людьми на местах. Они что говорят об этом? Да народ вообще поддерживает. Народ... Они говорят, мы хотим... Народ говорит, мы хотим своего депутата видеть. Депутата можно видеть, это физически. Я это в начале передачи объяснил. Если он избран 4-5-6 тысячами человек, чтобы он каждого знал, каждый год. Ну, не 30 тысяч. Сколько, по вашему мнению, районная дума должна насчитывать депутатов? Ну, начнем с того, что в моей реформе, которую я предложил, численность районов устанавливается от 100 тысяч. Чтобы такого не было. То есть, нас 30 ждет тысяч, новая административная нарезка. Да, 100 тысяч ровно. То есть, ну, у нас, например, сегодня... У нас в Самарском районе 30 Самарский надо живет, объединять, да, с Ленинским железным. Да. С железнодорожным его нужно объединять. Ну, это единый район. Поэтому от 100 тысяч. Ну, на мой взгляд, если 5 тысяч округ, то 20 депутатов. Максимум 21. Они же изберут себе главу, которого будет каждый знать. Поэтому вот так. Ну, и самое интересное, я за последнюю неделю, как внес этот законопроект, уже дал интервью, комментарии Омскому телевидению, Челябинскому, Красноярскому, Волгоградскому, Пермскому, ну, Казанскому. Наконец-то Самарская заинтересовалась. У нас, видимо, все прекрасно. Ну, вы наш родной, господи, мы-то всегда с вами успеем переговорить. Михаил Владимирович, вот знаете, не так давно на своей пресс-конференции губернатор Николай Меркушкин озвучил, на мой взгляд, похожую идею о том, что он против жестко выстраиваемой в современных условиях вертикали власти на муниципальном уровне, и он как раз-то вот за то, чтобы меньше полномочий было сосредоточено непосредственно на главе, а больше как раз в районах. Это не совсем то, о чем вы говорите, но... Общая идея, по-моему, схожа. Ну, он как раз и, по-моему, чтобы, и сказал. Чтобы у районов было больше полномочий. И лицо, чтобы было у районов. Да, чтобы денег было больше, возможностей. Чтобы люди, непосредственно отвечающие за территорию, не просто так вот их назначили, они там числятся. А вот там глава Кировского района, да, и ты от и до отвечаешь за Кировский район. Да, да. За все происходящее. Так и должно чтобы быть. Чтобы тебя люди так знали. Так и должно быть. Вот, ну, тут, конечно, в его предложении больше, наверное... такой жизненной уже оценки, чтобы исполнительная власть работала, а в вашей идее еще и заточена какая-то политическая составляющая. Должна быть, во-первых, повышенная управляемость. Самара, ну, худо-бедно, более-менее мирно. Дмитрий Игоревич Азаров, он сотрудничает с правительством региона и с губернатором. Ну, мы так видим, у них нормальные отношения. Но до сих пор у нас 12 регионов с миллионниками, как столица. Но до сих пор конфликты есть. Нижний Новгород, пример. Шанцев поборол Вадима Булавина. Он сейчас в Государственной Думе, это мэр был Нижнего Новгорода. Кто выигрывал-то от этого? Булавинов? Ну, да, он в Государственной Думе. Шанцев, но он так и рулит Нижегородской областью. А нижегородцы, жители города, мегаполиса, они ничего не выиграли от этого. Ну, да, там, наверное, несколько лет была постоянная война, как у Тархова с Артиковым. Лишались денег жители города. А по вашей кому инициативе, это вот этого вице-губернатора, отвечающего за мегаполис, утверждает, губернатор может в секунду снять? Или как? Снять, конечно. А назначить, без лишних процедур. Конечно, уволил и все. А назначить по согласованию с законодательным собранием. Ну, у нас это Самарская губернская дума.
А справедливо ли, что вся губернская дума будет назначать человека, который будет рулить отдельным городом, при том, что в губернской думе достаточно много депутатов представляют, ну, районы и другие города? Справедливо с той точки зрения, что сегодня в губернской думе, вот самарское лобби, я же самарец, оно вообще говоря, ну, никак не объединено. То есть были какие-то попытки робкие у Тархова собирать, когда я был депутатом еще Самарской губернской думы. Сегодня Азаров какие-то робкие попытки предпринимает объединить депутатов-самарцев от разных фракций. Но они же смотреть они будут не на Азарова, не на кого-то, а на того человека, который ими управляет, ну, скажем так, в другом статусе. Вот, поэтому они все будут говорить о том, что мы самарцы, мы за город там последнюю рубашку отдадим, но вот что по факту, не всегда это будет. Вопрос политического торга одного дня. То есть, когда будет согласовываться кандидатура министра по управлению мегаполисом-вице-губернатора. А сегодня мы имеем торг не одного дня, а 4-5 лет. И город от этого реально страдает. Хорошо, заинтриговали, посмотрим, как это будет. Но, Михаил Владимирович, собственно, памятуя о том, как в предвыборную пору мы достаточно часто встречались в этой же студии и разговаривали о конкретных, в том числе и ваших планах, и планах партии, которую вы представляете в Государственной Думе, давайте поговорим о том, вот, что уже начало делаться. Да. Потому что, как правило, не секрет, люди говорят, ну вот перед выборами нам опять наобещают, потом раз и на 5, там, да, на 4 года забыли. Вот давайте сейчас поговорим о том, что уже начали делать, что уже удалось сделать, ну и, собственно, в какой стадии остальные задумки? Ну, в настоящее время внесено мной 10 законопроектов, а мы ведь говорим о законотворчестве. Конечно. Чтобы было понятно, депутат Госдумы – это законотворец. И транслятор, скажем так, интересов и чаяний своих избирателей. А за наш список 218 тысяч человек проголосовало в Самарской области. Я благодарю еще раз, пользуясь случаем, наших избирателей. Поэтому 10 законопроектов внесено. И о научно-технической политике, я ведь в Думе работаю в комитете по науке и наукоемким технологиям, заместителем председателя. И ряд законопроектов, которые мы анонсировали в предвыборной кампании. То есть есть узкая специализация наука, а есть вообще широкая. Это материнский капитал за первого ребенка, внесено мной, очень бурное обсуждение, баталии вплоть до рукопашного, идут в кулуарах по этому законопроекту. Ходила я в Совет Федерации на несколько комитетов. Нет, неужели кто-то может быть против? Я понимаю их отговорки о том, что денег не хватает, но это же другая категория, особенно для людей, которые... Вот... Это очень сложно объяснить простому человеку, депутатам от фракции. Ну, не на 100 же, не на 200 фракций. Рублей в месяц жить, вот ребенку пособие, это же унижение просто человеческого, это бесит. Это отдельная тема, ведь мы говорим о капитале, который я предложил, хотя бы начать 100 тысяч за рождение первого. Нет, и вот вторая часть, нормальное. Это пособие. Над этим работают уже наши самарские депутаты в губернской думе, вот тоже вносят. За третьего ребенка, да. Вот за третьего, кстати, мне приятно, это губернатор Николай Иванович Меркушкин внес. Ну, на самом деле, это революционная нас. Ну, я даже помню, новация, вот как раз 7 тысяч, потому что это та сумма, мы долбили эту тему давно. И за третьего, и за второго, и за того, кому нет места в детском садике, мы пробивали. Ну, вот губернатор новый пришел. Уже и за мы третьего. Видим, что все уже за третьего. Все реально. Мы вносим, зарубают. И мы всегда говорили, мы не против того, чтобы другие вносили наши идеи под другими флагами. Пожалуйста, лишь бы принимали. Вот пример Николай Иванович. Его идея будет уже воплощена в ближайший месяц. Уже закон принят. 7 ну, тысяч надеюсь, за такими третьего темпами ребенка. И до первых детей ежемесячно. И до первых обязательно дойдет. Поэтому мат-капитал за первого ребенка 100 тысяч на следующей неделе будет в Думе уже рассматриваться в первом чтении. Заключения есть и отрицательные, и положительные, и всякие, поэтому будет бурное обсуждение. Ну, один из тоже последних законопроектов по такси. Столкнулись с тем, что очень много обращений от граждан, кто с детьми вызывает такси, а в такси нет детских кресел. И никто не спрашивает об этом. Но это факт. Да. Понятно, что есть административная ответственность, 500 рублей за отсутствие детского кресла, но вопрос встал к перевозчикам. То есть есть для них это лишние расходы, зачем конечно, машина? Есть диспетчер, который как бы, не спрашивает, и мы провели даже социологию, 99%
респондентов, а там больше 1000 мы опросили, ответили, что их ни разу в жизни ни один диспетчер не спросил, будут дети в пассажирах или нет. Хотя это, в общем-то, странно. Поэтому законопроект я внес тоже. Он поддержан уже очень многими региональными парламентами. Ответственности перевозчиков. Mm-hmm. У них первая задача спросить о наличии среди пассажиров детей. Второе, выслать автомобиль, оборудованный креслом на заказ. И третье, если этого не будет сделано, понесут они как юридические лица штрафы и как должностные лица, которые нарушили. Новый закон, который, даст Бог, будет принят. Еще что? Ну, очень интересный законопроект, направленный на то, чтобы обнародовать коррупционные дела. То есть у нас ежегодно до 7 тысяч там выносится решений по коррупционным делам. Мы этих коррупционеров не знаем, простые граждане. Ну, вынесли и вынесли, осудили он свое. Хотя это очень интересно, да, даже в разрезе того, как новый губернатор, уж так получается, что мы постоянно возвращаемся к персоне Николая Ивановича Меркушкина, он слегка, как мне показалось, ошалел от того, что происходит в нашей области. И уже там начались какие-то движения, да, и там какие-то уже расследования, я хочу сказать, еще что-то. Николай Иванович очень рачительный хозяин. Вот он в Мордовии вообще чем отличался? За каждую бюджетную копейку там идет битва. И мы это знаем почему. Потому что нынешний наш координатор Михаил Владимирович Белоусов, зампред Самарской губернской думы, мой фактически преемник, он до прихода в Думу, он был, в общем-то, строителем, управлял строительной организацией, которая строила физкультурно-оздоровительный комплекс в Саранске. Вот он на своей шкуре, в общем-то, ощутил, что такое бюджетные деньги в Мордовии. Там за каждый рубль по смете, в общем-то, дерут три шкуры. Никаких тройных запасов, как в Самарской области. Знаете, давайте туда 500 миллионов, а сюда миллиард. Там столько нет. Нулей знаю, столько нарисую. Там такого нет. Поэтому я могу это только поприветствовать. Как качество управленца и хозяйственника Николая Ивановича. Нет, я просто вот как раз в разрезе вашей инициативы могу предположить, что в ближайшем будущем в Самаре бы как конечно, раз это было бы очень интересно. Конечно, конечно. И вот моя идея, она, в общем-то, внесена тоже в парламент, как федеральный закон, законопроект. Направлен на то, чтобы народ знал, чтобы каждое коррупционное преступление вместе с именем, фамилием, личными данными, там, ну, чтобы не нарушать закон о персональных данных, там хитрости есть, опубликованы были и в интернете, и в государственных изданиях. И чтобы даже если судимость погашена по коррупционным преступлениям, эта информация не вытиралась, никогда и не затиралась, чтобы она была известна. Потому что в коррупции ведь даже вопрос не денег. Я так понимаю, что общественное порицание и совесть у нас никто не отменял. Но если человек коррупционер, его детям, его соседям, его родственникам должно быть стыдно с ним. Да нет, понимаете, дело. Если у нас даже отношение того, что партнерские, быть... ну вот понимаете, с человеком, который строит свой бизнес, свою линию поведения на этих основах. Вопросы репутации никто не отменял. Да, у нас. Но это все. Но вопросы репутации сегодня для коррупционеров они достаточно такое дело, да, поверхностное. Поэтому если народ будет знать и, ну, будет, по крайней и реально будет осуждать, точно будет, ну, то с коррупцией мы значительно быстрее поборемся. Вот минута. Есть еще что-нибудь интересное, что хотели бы сами отметить, ну, там, проанонсировать в своей работе? Мы не хотим быть, знаете, такой оппозицией какой-то, которая... Огульный всех критикует. Мы, наоборот, хотим весь цикл, который нам избиратели доверили представлять их голоса в парламентах и федеральном, и региональном, отработать так, чтобы потом было не стыдно. Где-то в тесной связке и с правительством, и с новым губернатором. Где-то в тесной связке с муниципальными органами. Где-то в жестком противостоянии. Главное, чтобы был Работать результат. Надо, конечно. Вот 7 тысяч за третьего ребенка есть. Но ведь не просто так. Владимир, давайте я вам пожелаю сейчас в будущем, в ближайшем, в отдаленном плодотворной работы. Спасибо. Вот опять же на благо населения Самарской области, всей России. Спасибо. Надеюсь, не последняя и наша встреча. И в Государственной Думе мы проведем Дни Самарской области. От штурмовика Ил-2 до ракетоносителя Русь-М. Страна должна знать своих героев. Спасибо, Михаил Владимирович. Так точно. Надеюсь, не последняя наша встреча. Спасибо, до свидания. До встречи.